Всем привет, друзья! С вами я, Ник Шоня. В частности, Конор Макгрегор. Против меня босс 666. Мирсад Беткич. Напоминаю, что это бой за звание чемпиона в полулегком весе. Давайте покажем ему лапшичку. Угарный танк, Конор Макгрегор. За Мирсада Беткича ничего не буду говорить. Просто скажу одно. У нас колоссальное преимущество в стойке. Я не следил за боями этого парня, но если он будет его, значит, он его заслужил. Весь его геймплан должен строиться на паттере. Потому что все-таки он у нас плюс-минус одинаковый, а вот в стойке мы на две головы выше. Ну, я имею в виду Конор Макгрегор с его статом. Меня как бы и разбивали за более слабых бойцов в стойке. Но тут чисто именно по статам. Смотрите, как хорошо начинает. Мирсад не теряется. Стиль у него бокс, у нас кикбоксинг. И попытка перехвата. Ой-ой-ой-ой-ой. То, о чем я вам и говорил. Понеслась. Будем сейчас рубиться, значит, в партере. Заходит полугард. В его случае нужно просто залеживать, наверное. Залеживать и вот так вот просаживать корпус. Смотрим, насколько он хорош в партере. Пока что пассивничаем. Проверяем. Следим за поведением соперника. Поднимает голову. Все грамотно делает. Посмотрите. Все зашло в будку. Один удар только заблокировали и не смогли выбиться. Так. Тем временем остается до конца раунда 2 минуты 50 секунд. Вот сейчас хорошо заблокировали. И вот встаем. Продолжаем стоечку. Столкнулся, паучка дал. Не тот там хотел показать, но ладно. Получилось, как получилось. Какой-то не достает. Милки, как он сейчас хорошо ударил. Вот она, посмотрите, серия просто одна зашла по корпусу, и мы просто сожрали. Сожрали все его кубы вместе с пучком. Отлично обороняется сейчас. Работает преимущественно вторым номером. И попытка. Отлично. Так. Хорошо. И поднимает, посмотрите, втыкает нас башкой в канвас. И остается у нас минута 25 секунд. Неплохо, колени сейчас поработаем. Ждем, ждем. И главное самое не спешить. Потому что очень жестко можно просесть по столине, если будем спешить, а он нас будет блочить. Вот так, встаем снова, остается 50, вот сейчас стоит 50 секунд. Хорошо. Держимся в фронт-кик. Отлично. Нужно тоже в размен зайти отдали сейчас по корпусу. Снова показывает нам Человека-паука, и какой апперкот хороший нам сейчас в голову залетел. Мил-кик. 10 секунд до конца первого раунда. Хорошо, грогаем. Тем самым забираем уже 100% первый раунд. Посмотрим, что же будет во втором. Уже устал. Конор, посмотрите. Дышит тяжело. Пожимаем кулачки, уважение прежде всего. Кстати, не трэш-точно. Мирсад так взяли его сразу же. Клинч и пойдем поборемся. На втором раунде уже чуть-чуть побороться. А, нет. Не трэш-точно. Мирсад ничего особо не сказал. Хорошо, после джеба. Смотрите, такой молниеносный тейкдаун делает. Просто схватил на коленку. Даже показалось, что он укусил немного. Ну, прибивает. Корпусу. Смотрите, такие одиночные удары. Особо не заводит катушку. Просто по чуть-чуть. Все зашло. Но, тем не менее, мы успели встать через R1. Прижали к сетке. Получится. Да, стягиваем на канвас. Нужно продемонстрировать, нужно запугать его партером. Что, мол, мы тоже как не пальцем деланы, умеем бороться. Тем самым психологически мы можем такую путаницу в голове создать. Ну и заодно покажем, что другим соперникам, в принципе, побороться мы тоже не прочь, когда хорошо локти насували.
Закрывает удар. Неплохо. Также действуем несколько ударов и ложимся. Хорошо заблокировали, ожидали, что больше два фейса в одну сторону не ожидал. Но тем не менее он должен будет в ту сторону. Сюда и заблокировали. Так, полугар. Дальше работаем по корпусу. Заблокировали. Неплохое соединение, кстати, не сказать, что прям комфета, но и не печально. В принципе, что-то можно блокировать, как-то можно жить. Сейчас в боковом удержании. Успели хаммерфиста накинуть. И по корпусу поработаем дальше. По стамине у нас уже преимущество. Это хорошо. Вот так прижимает нас к сетке. Отходим. Да, на колено пропустил. Ничего страшного. Оп. Не было сейчас Греги. Хорошо сейчас с колена нам всадил. Но особый урон не потерпел. Работает по этажам дальше. И шатает, шатает Мерсад Беткича. Зашли мы с Селины по корпусу. У него нету стамины. Хорошо поймали сейчас на куб. Ну же. Так, попробуем. О, попался. Попробуем добить. Не получилось. Но поработали по этажам. И по корпусу поработали, и по голове. Попытался подняться, не даем. Сжигаем стамины. Дальше остается 10 секунд. И вот так вот обработаем его немножечко. Что ж, бой переходит в третий раунд. Приложили ледик у нас к позвоночнику, чтобы мы побыстрее восстановились. Посмотрим сейчас, как мы восстановились. Перфетто! Преимущество в стамине колоссальное. И вот подкажателем корпуса у нас почти одинаково. О, как что сдал в голову. Хайкик мимо. Немножечко растерялся сейчас Беткич. Не может нащупать свой темп, а мы его наоборот взвинчили. Хорошо защищал корпус. Шатает Беткича. Так, торнадо. Нет, оп, видали? Финт! Вот такой финт. Я успел даже проскакать на одной ноге. Даю пяточку в голову. На самом деле это была заготовочка. Мы вместе с фронт Дагестаном учили болевые. И почему-то я решил в стойке сам себя сломать. Так, выходим в боковой. Вот. Топ-маунт. Хорошо заблочили. Попробуем на рычажок. Жужиси. Хорошо у него получается. Заполняется у него все. Ну что-то херню какую-то делаем. Просто спешим. Видимо, даже какую-то ошибку совершил, но это какое-то издевательство. У нас начало заполняться, но... Боковой контроль у Мерсада Беткича. Впереди еще 2 минуты 19 секунд. И уже 10. 2 минуты 10, отправились. И продолжаем, продолжаем обрабатывать. Хорошо, только сюда ли, хорошо вернулись. И попробуем сейчас, попробуем дожать. Отлично блокирует, все видит Мерсад. И в экстремальных ситуациях включается. Не получилось комбинации ушатать. Болтает, болтает. Беткича. Так, фронт фиком дал нам в лоб сейчас прямо. Продолжаем по-прежнему работать. Уже комбинационно. Пытаясь его запудрить. И поймать на нокауте. Тейкдаун. 50 секунд до конца третьего раунда. Кстати, он еще с башкой вернулся, а прямой все равно зашел. Наверное, это меткость Конора Макгрегора. И 93 у Конора Макгрегора. Граунд паунд. Это не может не радовать. Хорошо пробили.
Защищает, защищает корпус. Есть что защищать. Дали в голову. Ну, особо урона не нанесли. Не знаю, какого уровня этот удар. Мидлкик. Переходит, друзья. Не просто так все-таки Беткич забрал. Вернее, дошел до титульного поединка. Все не просто так. Посмотрите. Четвертый раунд. Понеслась. Вот так вот. Капуэра кик по корпусу. Я, кстати, в каком-то из роликов говорил торнадо кик. Извиняюсь, немножечко заговорился. Это капуэра кик. О, хорошо, да. И воу! Да! Да, просто! Просто вылетела птичка! И села в гнездышко. Давайте лапшишку покажем. Отлично. Что ж, это защита титула, я вам скажу, друзья. Жареных гвоздей не хочешь, Мерсан? Я сказал, жареных гвоздей не хочешь? Это из тупого ролика про черепашку. Огромное спасибо Мерсаду Беткичу, босс 666. С вами был я, Конор Макгрегор. Давайте посмотрим немножечко статистику. Вот, да, собственно, на ваших глазах, друзья. Ну, а вам спасибо за просмотр. Ставьте лайкосики. Всем спасибо. Всем пока.